Я считаю, что национальная платежная система на сегодняшний день — это огромный плюс. Я когда услышал про то, что вот у нас будет своя система, национально независящая ни от кого, от этих вот стран, у которых ничего нету, я вообще не понимаю. Мы руководим балом, а у кого-то просто бумага, а у кого-то конкретно еда, грубо говоря, да? Я не знаю. Это прекрасно, что мы сделаем свою национальную вот эту систему платежную. Будем рассчитываться. Хотя я слышал скептические мнения, что это плохо, что это что-то разрушит. Я не могу понять, что это может разрушить, если мы, грубо говоря, станем независимыми от американской вот этой всей... То есть никто не сможет просматривать наши счета. Но наши спецслужбы, ну прекрасно, что наши спецслужбы, они и должны просматривать счета. Мне нечего скрывать. Пусть смотрят мои счета. Мне нечего. Если кому-то есть что, ну а почему? Я тоже хочу знать, за какой счет вы построили себе этот дом. Мне важно знать, где вы взяли эти деньги. Я хочу знать. Я считаю, должны отчитываться богатые люди, откуда они взяли деньги. Платежная система улучшит, ускорит эти процессы.